режиссеры-документалисты были, находились постоянно, жили на передовой вместе с нашими героями, солдатами, офицерами, которые принимают участие в специальной военной операции. Это самая настоящая история, это самая настоящая правда, и сегодня мы как раз хотели представить вам всем один из, наверное, уникальных фильмов с уникальной историей. На самом деле, очень трогают кадры. Берет потом, за душу. Да, осознаешь то, что это сейчас, в наше время происходит, то, что нацизм на некоторых участках нашей земли процветает, которые нужно срочно убирать, чтобы такого не было в будущем, что наше вот поколение, возможно, даже уже наши ровесники борются с этим, и мы очень гордимся ими. Наш регион Красноярский, да, так скажем, он далеко от всех этих событий. И больше половины нашего населения не понимает, скорее всего, или недопонимает, что в реальности происходит там. Что есть в этой жизни есть и предатели, есть герои.